Всем привет очередной раз. Сегодня у нас Weekend Cup 231. Команда GG против команды королей. Пик уже прямо-таки в разгаре. Сверху пик команды королей, а снизу пик GG. Все как обычно. Интересные, прикольные герои. Особенно у GG появился антимаг. Антимаг у нас редко вообще заходит, а короли набрали себе какой-то лютый лейт. И Разор и Террорблейд, то же самое Гиги делают, пикнув Вивера. Так что и там, похоже, пацаны будут упираться в лейт. Хотя и команда Гиги, и команда Королей могут подраться в начале игры, потому что есть Разор, есть ТХД, есть Тайдхантер, у команды Королей еще какой-то пятый пик. А у команды Гиги есть и Скаймак, и Профетка, и Винга, которые в замесе довольно-таки сильны в начале игры. Плюс Вивер тоже на что-то способен, а вот антимагу нужно хотя бы минут 30, чтобы фармить такие артефакты и убивать пацанов райт-кликом. Последний пик команды королей. Нужно им, видимо, подумать еще немножко. Полторы минуты целого времени и время попить. Да, много слов время, но нужно мне это исправлять. Помните, что это не столь такая моя слабость, ну, иногда повторяю слова много подряд. Я буду стараться это исправлять. Если какие-то еще есть ко мне такие претензии, то пишите в чате, я на все вам отвечу или как минимум прочитаю. Команда королей, остается ровно минута времени. Скоро уже все резервное истечет и уже будет плохо. Что вообще им хорошо может зайти? Ну, нужно еще на какой-то ранний замес, потому что Террорблейд это такой герой, который минус один сразу же, как антимаг. То есть они будут друг друга пересплитпушивать. А если, в общем, в лейте, то круче будет антимаг, потому что у антимага есть тупо возможность убежать от ТБ. Ну а ТБ в ответ ничего не может сделать, пока не будет кого-то бусала. А бусал Террорблейд покупает, мягко говоря, редко. Какие-то дропы пошли непонятные. Но вроде бы все нормально уже. Ну, чуть-чуть подропало, я надеюсь, больше не будет. Наверное, потому что стрим запустился сам по себе. И все теперь окей. Посмотрю браузер, я ничего такого не оставил лишнего. Нет, все окей. Главное не забыть выключить свой вконт... А, у меня уже выключен? Выключено уведомление ВКонтакте, все окей. Просто супер. Энигма ласт пиком для команды королей, то есть они, да. Они взяли что-то среднее. То есть и в лейте хорошо Энигма и в начале может что-то сделать. То есть качественный пик. Плюс Black Hole сбивать, конечно, есть чем. Причем достаточно много. Вивер соберет себе рано или поздно МКБ, будет сбивать. Винга стан свап кинет. Ну и два Сайленса, собственно. Плюс антимаг. Ну, антимаг плохо не потому что у него все-таки милишная тычка подойдет чуть-чуть, может попытаться дать обусал или ультимейт, но это такой маленький рейндж, что может и в Black Hole затянуть, может еще что-то случится. Так что такой нестабильный сбивала. Паузы, похоже, не будет сегодня. Посмотрим, кто тут побежит. Энигма тарит себе сразу же смоки. То же самое делает Виндшфул Спирит из другого плана. И можно выходить. И пацанам из ГГ, и пацанам из королей. Разор отляется в мид, Разор в биде будет стоять против Профетки. Очень стандартная линия, очень стандартное противостояние, которое мы видели с вами уже миллион раз. В оффлейне Тайд. А с другой стороны, в оффлейне, похоже, Вивер. Вивер в оффлейне, это, конечно, хорошо, но Виверу в оффлейн нужно покупать реген. В чем дело-то? Нужно купить 8 танка, ну, как минимум, потому что против тебя стоит, извините, ТХД и Террорблейд — это два таких героя, которые тебя будут харасить просто не переставая, так скажем. Энигма плоха, знаете чем? Ну, Вивера не сможешь прогонять. Потому что на линию выходить ей просто не нужно. Стоит себе в леске и получает свою экспу, свою голду. Вот Тайдхантер закупил себе такой закуп, который должен быть был у Вивера, но ладно, это не столь важно. Вот это, кстати, штучка не оправдывает свои статы. Лучше покупать. Если он хочет купить себе брасер, то лучше начать с перчатки. Перчатка тебе явно больше даст, чем вот эти два атрибута бесполезные. Ну и начинается игра.
Профетка меня вообще тоже какую-то фигню себе закупила. Видимо, хочет какой-то быстрый ботл, но при том на ноль талисман тоже направилась, закупив себе мантлу. Ну, такой интересный закуп. Стопит крипов ТБ, ну, ТБ много скорости. Вер таким похвастаться не может, но крипов за стопал очень даже качественно. Вылетает Скаймак, и сразу же моментально пауза, пауза. Вовремя зашла. Не успел даже на базу убежать, пацана. Чуть не забыл про сетку. Сори, пацаны, кого? Как-то помешал. Ну, ладно. Не столь долго висела сетка. Я бы все равно рано или поздно глянул, убрал. А так вот этой паузой меня чуть-чуть поторопили. Ага. Пойду почитаю какие-нибудь вам интересные новости. Что здесь есть? Так. Что какие-то вопросы? Join Dota. Новый турнир. Там будут играть ВП. Два состава. ПР и ХР. Из наших СНГшных команд. Ну-ка. Понятно, какие-то там команды на StarLadder и что-то здесь. ФНГ пишет, что как-то они не очень правильно поступили. Да, там какие-то очень интересные мансы-шмансы. Ну и ладно. Не столь важно это обсуждать на моем стриме, потому что это не такая интересная новость, какая это могла бы быть новость. Вообще ничего нового нету со вчера. Да, реально ничего нет, просто нечего обсуждать. Ну и фиг с ними. Новости и новости. Ладно. Посмотрим, какие сегодня будут интересные игры. StarLadder продолжается. Команда Aftershock переименовалась. Теперь они команда БУ. Не знаю, что это значит, но явно что-то очень интересное. Что здесь еще такого интересного? Да, китайская. О, не китайская, американская Star серия. Китайская, видимо, сегодня уже все. Нет. Сегодня ее и не было. Кончилось, что ли? Да, вот ВГ против LGD. Best of 3 win. Как понятное дело, ВГ. ВГ все-таки одна из сильных команд, как-никак. Поэтому пацаны просто молодцы. Какие-то квалы на Элигу. Ну, здесь ничего интересного нет. Прямо сейчас Феникс играет с кем-то там, непонятно кем. Пауза до сих пор. До сих пор продолжается, и Скаймак два раза уже поливал, поливал. И сейчас вроде бы вернулся, все окей. Продолжаем смотреть на игру, переключу, чтобы все правильно было. Окей. Наконец-то началась игра. Бежит антимаг, уже добивает своих крипов. То же самое делает на топе Террорблейд, как и антимаг. Милишник. За довольно-таки приятная анимация и тычки. То есть добивать крипов просто не составляет труда. Тоже как и донаить. Вот тут 1 и 2. С другой стороны 1 и 1. Почти те же 1 и 2. То есть и тут этот керри. Очень даже чувствую себя на линии. Приятно. На отводах. Винга бегает на линии, Скаймак харасит Тайдхантера противника. Кстати, Террорблейд уже прожимает форму, работает по плану, то есть на начальных левелах включил форму, она все равно тебе не пригодится. Левела до, наверное, 4-5, когда ты пойдешь пушить вражескую вышку, если как там не какой-то трипл лейн. Ну, в общем, Террорблейд и антимаг идут нос в нос. По одному крипу пропустили. Ну и ладно.
Не столь это важно. Тем временем Разор в миде с профеткой идет тоже близко. Разор чуть-чуть обгоняет. Это лучше бы они шум. Прибегает ТХД в инвизе. ТХД без второго скилла, ну и что? Абсолютно бесполезный ганг. В итоге ТХД еще на себя крипов увел. Вообще какой-то бесполезный саппорт отведет. Он их, конечно, за вышку, но то же самое случилось и у профетки. Крипы просто пошли за вышку. Она, по-моему, может быть, не столь довольна, но добьет. Добьет какие проблемы, добьет. Ни одного добьет. Хотя какую-то часть не добьет, в смысле, одного. Ого, у Скаймага уже левел 2, у Венги тоже. Тоже левел 2 есть. А Тайдхантер только половину третьего имеет. Учитывая, что на троих экспу делит, пацаны, и Тайдхантер мог бы побольше иметь. Все-таки довольно-таки несложная линия. Хотя Скаймаг, ну Скаймаг он такой себе, если честно, он не всегда может харасить, мана кончится и все. Больше никаких проблем нет, больше бить никто тебя не будет. Так что Тайдхантера должно быть все более-менее. В общем итоге, Банша с Разором также нос в нос, и тут выходит Скаймаг, дает свой второй, свой первый. В итоге Разор чуть-чуть просел и, по-моему, должны оформить ФБ здесь, нет. Банша пожалела свой первый скилл, в итоге Разор уходит, Разор с сороковкой хп, теперь пойдет регени состоять с ботлом, ну все нормально, сразу же пауза, куру не там не апнули, хотя уже можно. Да, вроде бы теперь продолжаем, извинились и сразу же продолжили игру, кого-то может пинга высокая. Ну да, у всех больше 100, там у пацанов вообще очень-очень даже... Неиграбельно все выглядит, под 200 пинга. Энигма, слышу Малифейс, и дает эта винга. Куда-то вообще зашла не в ту степь. Могла получить по лицу. Вивер бегает в инвизе, Вивер покупает какой-то врешбенд. Нужно накопить просто на рингов реген и стоять с веселым лицом. Регенить хп, потом купить Войдстоун, регенить ману. Все, в принципе, очень даже логично для Вивера здесь будет. На линии Террорблейд чуть-чуть проигрывает антимагу, уже два крипа отстает, но антимаг просто не пропускал, похоже, почти крипов. Но Террорблейд пока может от Вивера отбивался, пока еще что-то пропустил крипов. Вивер в инвиз и убежал. Тайдхантер пошел агрессировать не лучшим образом, по-моему, Тайдхантер будет минус, да? Да, Тайдхантер минус, потому что ничего не сможет сделать. Дал, конечно, свой энчерсмэш, но этот энчерсмэш пока ничего не делает, пацаны просто убегают. А, антимаг, блинк, виншфулспири должна дать тычку, ну и ферстблад. Банша хотела застилить очень сильно, но не получилось. Ну, ферстблад остается за командой Гиги, оправдывает свое звание Сэмми. Что ему еще сказать, да? Хороший ган, хороший выход от винги, все сделали просто супер качественно. Конечно, профетка сейчас... Может помешать антимагу, но не столь сильно, но мешает чуть-чуть. Своими иллюзиями. Ну, все это время Разор фармил, Разор уже чуть-чуть перегоняет Баншу на одному крипа, но это не столь... Не столь существенно, потому что 2-3 крипа, ну что, не такое уж и это и преимущество. У Гиги что-то все какие-то подпросевшие. С другой стороны, у команды Королей все абсолютно фуловые. Вот побежали на топ, уже заходят на Таур, уже... С Эйдолонами и иллюзиями Террорблейда. Террорблейд, конечно же, пушит очень бодро всю свою жизнь. Тычки по 100. Просто наикрутейший герой для пуша. Энигма снова Эйдолонов сделала. Ну и ТХД как бы пассивно плюет. Ему не нужно ничего делать. Ему просто плюнул и забыл. Плюнул и забыл. И так по КД. Вивер, по-моему, стрял. Да, Вивер стрял. Вивер не должен убегать. Террорблейд, если прокачал первый, а Террорблейд не качал, ну даже так убивает, и все. Минус, минус Вивер. Антимаг вообще какой-то жесткий. Купил себе Мидас? Ну, как показала практика, Мидас на антимага тебе почти ничего не дает, потому что ты его заменяешь. По крайней мере, в паблике. Ну, может в Сэмми, да, может в Сэмми как-то Мидас себя оправдать. Ты в любом случае его заменишь? Ну, где-то, да, на слоте четвертом тебе придется заменить. Хотя можно какие-нибудь травла купить вместо ПТ, там
как-то поддержать Мидас, что ли. Обычно у антимага набираются уже все слоты к минуте 40-й. И уже могут быть проблемы. Хотя, ну, не знаю, посмотрим. Может быть, купит какой-нибудь Абусал и будет также бегать со своим Мидасом всю игру. Какие-нибудь дорогие артефакты будет тарить. Террорблейд пошел пофармить лес, но линия отпущена, понятное дело, выходить сюда просто не вариант. А в лесу пофармить это просто само то. Вивер нафармил себе, конечно, на Аквилу уже, но эта Аквила почти ничего не дает из-за того, что ничего Вивер с ней не делает, только чуть-чуть ману регенит, да и все. Один раз сумер все-таки Вивер, да? Но это не столь печально. Потому что одна смерть почти ничего не значит. Тайдхантер стоит, получает экспу. Тайдхантер уже почти левел 5. Левел 5 это, конечно, хорошо, но антимаг уже 7. В чем проблема? Тайдхантер не может пока ничего противопоставить. То есть вот антимаг сказал привет Тайду, хотя Тайд может сказать привет антимагу, если накопит все-таки себе и маны, и левел на ревейдж. Пока хватает. Чуть-чуть сделать пару тычек антимаг, уже этим будет хватать. В том-то и дело, что антимаг такой герой. Выжигает тебе ману, и ты с этим ничего не можешь поделать. Промаксил себе плюс манабрик, то есть целых 65. 65 маны, это же вообще жесть. То есть буквально 4-5 тычек, и у Тайдхантера уже 0. Просто 0 маны, а этому антимагу, чтобы сделать 5 тычек, нужно меньше, чем 5 секунд. И вот думай, что с ним делать? Такой билд, конечно, очень просто западло устраивает противнику. Вивер, о, точнее, да, Вивер набивает лицо Террорблейду, все окей. Скаймак получает свой первый фраг. Гигири лидирует 2-1, то есть получили чуть-чуть голды за этого Террорблейда, который все-таки решил быть наглым. Хотя бы ПТ переключить успел, это ладно. Решил быть наглым, в общем, и получил за такие заслуги. Вивер пока ничего не прокачал. Висят плюсы. Ну, нужно, наверное, сворм взять и таймлэпс. Быть таким правильным вивером, что ли. Разор фармит свой мид. Тайдхантер на эншентах вместе с ТБ. ТБ, конечно, много здесь должен получить экспы голды. То же самое и с Сайдхантером. Стаки надел себе чувак. И прибежали сюда Профетка, прибежали сюда Венга и все ее друзья. Свап. Хороший свап, кстати. Он сам себя может убить этим свапом, но, похоже, все-таки выживет. Да, выживет, выживет. ТБ не должен умирать здесь. Хотя, задувка. Дополнительной тычки не будет. Разор пришел отомстить за пацанов. Разор без стати клинка, что? Типа Разор, который без единственного своего имбового скилла. То есть единственный имбовый скилл Разора это его второй. Ну и ульта с огнем рефрешем. Это, конечно, не сразу, но будет. Тайдхантер зато выжил. Но ТБ умер. В чем проблема-то? Если бы... О, нет, ТБ просел, по крайней мере. Он ушел на базу. Я так и не понял, никто не умер, что ли? Я просто видел, как летели тычки в Террорблейда какие-то вообще лютые. Снова прилетели, пацаны прилетели уже, по-моему, на свою смерть. Энигма с Блэкхоллом. Жаль, не хватает маны. Нужно накопить или нажать Soul Ring. Хотя бы Soul Ring нажать. Сразу же сломали апсы. Разор бегает с ультой. Ага, продолжили фармить Террорблейд с Тайдом. Тайд достаточно бодро проседает, то же самое, как и ТБ. Вдвоем стоят, и, по-моему, одна задувка, и они трупы. Задувки не будет, потому что профетка на базе. Все нормально. Не закупила мандлу. Не догрейдила мандлу, точнее. Так и останется. За 150, фигня. Ну что? Догон? Вейл. Да, абсолютно бесполезный артефакт, если честно, это мандла. Только продавать ее, да и все. Тайдхантер опасно работает, получает по лицу достаточно бодро от крипов,
Конечно, еще буквально один Anchor Smash будет левел 7, но с левелом 7... С левелом 7 еще нужно мансить стоять, потому что все равно тебя будут чуть-чуть пробивать крипы. В любом случае есть какая-то опасность, что тебя придут заганкают, или ты просто умрешь от крипов, потеряешь голду в любом случае, так что это неприятность. Стрял ТХД, но успел откинуть лед. Все окей, выживает. Разор не тарит пока Меку. Видимо, Меку будет делать Энигма, да. Здесь Баклер уже был, я помню, как она прожимала. И все окей. У пацанов с команды королей. В принципе, по фарму, если мы посмотрим, то Гиги лидирует всего на 500 голды. Это вот один фраг. Так что, в принципе, пока игра идет, как она и должна идти с такими героями. То есть, два жестких эскейпера кэрри у команды Гиги. И команда королей всегда могут откинуться, если эти пацаны нападут из команды Гиги. То есть и та, и та команды могут что-то противопоставить противнику. А вот Профит, по-моему, ничего не может. Хотя, может, и может. Да, нет, не может, в общем. Да нет, не знаю, как это правильно вообще объяснить вам. В общем, умерла Профетка, и это уже, мягко говоря, бред. Потому что она не должна умирать. По крайней мере, сейчас. Такая позиция была не очень хорошая. Антимаг добрил Тауэр, Энигма. Энигма, по-моему, встряла. Какой-то интересный очень билд у Антимага. Он купил себе какой-то вообще непонятный Мэлштром. Очень-очень интересно это все выглядит. Нужно сейчас тупо сделать тэп-аут, по-моему, отсюда. Купить ПТ. Да, купил ПТ антимейдж, и все окей. С ПТ он чувствует себя поприятнее. Все-таки статы есть, и что-то это дает. Опять-таки извиняются пацаны. И анпауз. Надо открыть банку. Хотя у меня уже опять паранойя сегодня. Разлил опять эту банку. Антимаг дал ультимейт. И что, это будет хотя бы один минус? Нет? Да, нет? Да, будет минус. И, по-моему, антимаг размен уйдет. Выжить не получится. Да. Был близок, по крайней мере, этот антимаг. Но, ладно. Одна смерть. Одно убийство. Один ассист. В общем, антимаг идет с таким стандартным счетом. Почти нет убийств, мало смертей. Ну и на 14-й минуте нафармил себе Мэлштром, Мидас и ПТ. То есть это, я думаю, топ-1 нетворк в любом случае, да? Все окей. Тем временем ТБ остается на несколько тысяч. Это существенно выглядит, если посмотреть на эти черточки. То есть вот таким рядом идут пацаны, которые должны фармить. Оффлейнер абсолютно с одинаковыми нетворсами, также Энигма фармит бодро. Ноги потихоньку вырываются за счет того, что сломали Тауэр. Хотя на топе тоже Тауэр падал, ну ладно, это как такой размен, что ли. Чуть-чуть раньше спушили пацаны из команды королей, а Гиги только вот недавно добили Тауэр пару минут назад. И за счет этого вырывая себе чуть-чуть преимущество. Плюс у них такие герои, что и Вивер фармит спокойно какие-нибудь леса, каких-нибудь эншентов. Антимаг занимается абсолютно тем же. И они вместе фармят, они вместе сплит пушат, они вместе идут убивать рейд-кликом пацанов. Все должно именно так происходить. Да, Вивер вышел в такой хороший билд, без сворма, учитывая, что команда Гиги вообще не дерутся. И они должны выйти драки минуты тогда 25-й. Когда у Вивера будет какой-нибудь Линкен, когда у Профетки будет Юл, еще что-нибудь, да, уже есть Юл, еще что-нибудь нужно начать купить. Может быть, начать Шиву, может быть, еще что-то такое интересное, может быть, Блудстоун. Такой стандартный билд нужно выбрать. А то антимаг уже нас удивляет. Закупив себе Мэлштром. Посмотрим, насколько этот Мэлштром оправдается. Потому что не столь много тебе дает этот Мэлштром. Чуть-чуть только так спида, если так подумать, в общем и целом. Это замена БФ, что ли? Я не знаю, как это еще можно назвать.
Только заменой БФа, наверное. Подняли в Юл Разора. Ну, Разор, по-моему, должен умереть. Нет. Остается 100 хп ровно. Конкассия. Вот Скаймага прилетел. Да, Разор умирает. Разор в таверну. Команда Гиги отлично могут драться. Умирает также и ТХД. Минус 2. Достаточно хорошо разбираются. С пацанами из команды Королей. То же самое сейчас будет и с Террорблейдом. Террорблейд успел. Успел забрить двоих уже, да? Да, двоих забивает, а то и троих? Вот, называется Сандер. Да, антимагу, по-моему, здесь веселее всех. Поделитесь с Террорблейдом, друзья. Террорблейд вам всем передаст привет. 11 левел себе апнул, по-моему, если бы я не пропустил Fight Recap, то там бы вообще какая-то жизнь была, то, что ушло к Террорблейду. И сейчас, если мы откроем графики, а мы откроем графики, мы уже видим, что после этого Таура голда упадет очень сильно, и команда Гиги снова потеряет все свое преимущество. Команда Королей получит это преимущество, что очень даже неплохо для них было бы. Мека идет Энигме в руки. Но Энигма довольна. Довольна своим затаром. Также тарит себе прямо сейчас. Тайдхантер Даггер. Очень качественный артефакт, потому что много дает. И инициацию, и эскейп. И просто скорость передвижения повышает. Так что блинк можно, как я говорил, покупать на 50% героев в доте. Хотя здесь так мало героев, на которых можно блинк покупать. Наверное, на Энигму 100% нужно. На ТХД можно купить блинк. Да и на Разора, в принципе, тоже. Неплохо смотрелся, если подумать в общем и целом. Хотя у него столько много МС, что я не знаю даже. Просто много героев таких, которых... Просто блинк не нужен им. Манта тем временем УТБ. Понятное дело, что... Манта ему здесь необходимо в любом случае из-за того, что, ну, не собирает себе антимаг БФ, не будет убивать быстрые иллюзии, и поэтому манта здесь очень даже неплохо. Но она в любом случае появилась бы рано или поздно. Ну, в этой ситуации решил ТБ ее пораньше сделать. Хотя не так, может, она тарится всегда первым артом. Я не играю на Террорблейде много. Игры две, если есть, то хорошо. Так что говорить я наверняка не могу. Купил себе, кстати, такой интересный арт антимаг. Ушел в пользу Владимира. Не знаю, насколько вообще это хорошо, потому что когда вылетает молния, ты не хилишься с Владимира, и как бы тебе это многое не дает. То есть посмотрим внимательно. Если вылетает молния, то он не должен хилиться. Просто молния так вылетает, что не видно, хилится он или нет. Ладно, ТП не сделать под Мелифейсом, а все остальное окей. Да, просто не могут поймать одного антимага в пятером. Реально, в четвером бегают пацаны, не могут антимага. Жесть какая, да? А тем временем Банша с компанией спушили уже почти два таура. Глиф только сейчас прожимается на Т2. И Т2 тоже должно упасть, хотя Разор убежал, дал свой... Взял свой плазмофилд, и в итоге ничего не произошло. Ничего не произошло, команда Гиги просто отбежали от противника. Вивер уже почти с Лингенсферой бегает, я вижу. У Винги суперстандарт. И Скаймаг сейчас, наверное, себе какие-нибудь арканы пойдет купит в боковой. У Профетки вырисовывается уже то ли Тараска, то ли Блудстоун, скорее даже... Тараска, потому что некому танковать. Только Банша может танковать у команды Гиги. Может быть антимаг когда-нибудь. Но этот антимаг пока себе нафармит все, что ему нужно. Это можно убиться за это время. А вот эти арканы у Скаймага, которые я так ждал. Разор опять прокидывает свои плазмофилды. Пушит линию очень даже неплохо. Хотя сейчас пушить линию, я бы не сказал, что хорошо. Эншентов бьет Тайдхантер с компанией. Маны маловато, маны не хватает. Нужно чуть-чуть позаводиться о манорегене, о манопуле. Купить себе какой-нибудь
какую-нибудь Шиву, например. Было бы очень даже неплохо на Тайт-Кантере этот артефакт увидеть. Разор. Разор бегает в миди. Разор хочет что-то сделать, но ничего не может, потому что противник стоит особняком. Одна профетка, понятное дело, ничего здесь не должна в соло делать. То есть она хотя бы с кем-то будет находиться. Ага. В итоге ничего такого не произошло, просто подняли в Юл Разора и отпустила профетка. Не стала как-то дальше харасить. Тайтхантер все это время фармил. Ну, Тайтхантер, понятное дело, будет фармить, пока его команда не дерется, пока нет ревейджа, если он будет в кулдауне. Но пока есть ревейдж, нужно искать момент, нужно выбрать позицию себе и пойти реализовать свой ультимейт. Да, похоже, все-таки работает. Работают хилы во время действия молнии. Видим, что, по-моему, встряла Винга. Ну, Винга, понятное дело, умрет. Трипл килл от ТБ. Это иллюзия он сделал. Очередной трипл килл. У него, наверное, уже лютый счет. Да, мы видим, что 7-2 у пацана. Это, конечно, очень жестоко. Чуть-чуть встрял Тайтхантер или антимаг встрял. По-моему, не столь важно, кто встрял. И тот, и тот чувствует себя неуютно. Антимаг просто из-под вышки выжал, но Тайтхантер был защемлен. Так скажем, да, работают молнии и хил одновременно. Все окей, это я вам наврал. Наверное. Да я еще не уверен. Антимаг пошел дальше. Выжигать ману пацану. Ну, а Тайтхантер, по-моему, даже не сильно чувствует таких. Террорблейд прибежал. Террорблейд будет себе собирать скади, как это не было бы очевидно. И очень хороший билд выбирает он себе. Респект. Респект. Энигма бегает с той же мекой. Ничего новенького тоже. Нужно фармить очень активно. Вивер, вижу, чуть просел, фармит лес, фармит себе на Линкен. Ну, Линкен, он хорош, но тебе бы ты было неплохо купить. А то один Линкен, это, конечно, круто, но не так много он тебе дает, когда у тебя есть еще статы сверху и Линкен. Выживаешь еще дольше, регенишься еще дольше. Все, в общем, намного круче выглядит, когда у тебя есть ПТ вместе с Линкеном. Ну, Вивер пока не хочет. Вивер будет сначала Линкен, потом ПТ. Все окей, ладно. Забили на этого Вивера, который сейчас будет, по-моему, убивать ТХД. ТХД прожал Даст. Даст задел Вивера, так что Виверу нужно быть чуть-чуть осторожнее. Минус. ТХД нажал. Нажал иллюзии. Террорблейд. Террорблейд, по-моему, встрянет. Все, получили ревейдж. И сейчас будет пацан... Нет, Террорблейд не будет сегодня еще объяснять. Террорблейд умирает, антимаг убегает. Убегает также и Тайтхантер. С другой стороны, Вивер со Скаймагом остается пушить. А Вивер даже отказался от этого. Пошел в мид в пользу убийства Энигмы. Энигма, конечно, послаще будет, чем Таур. Это же очевидно. Лучше же герой, чем Таур. Хотя лучше наоборот всегда было, но... Это так думает большинство, что лучше... Это герой, чем Таур. Но лучше ли это Таур, чем герой? Я вам на секундочку так скажу. Антимаг фармит лес. Бодро фармит, кстати. Много получается. Одного спауна уже есть. Какие-то манты скоро будет. Тараска. А Тараска антимаг уже жесткий. Становится просто супер жесткий. И можно уже набивать лица пацанам. А в том-то и дело, что... Я когда играл на антимаге и собирал Мидас, то я купил себе БФ. А БФ, он такой артефакт, что ты фармишь супер быстро. И выносишь себе столько голды, сколько вообще это можно делать по всей карте... За одну минуту. Если, конечно, умеешь. Но уметь не надо почти. Всего-то
Переключать ПТ да блинковаться по лесу. Хотя это нужно, так скажем, приноровиться. Разор уже купил БКБ. Разор без меки, разор просто затаривается на замес. Мека это тоже на замес, но мека у Нигмы, поэтому не нужно Разору тратить свои лишние денежки. Энигма с даггером. Теперь осталось Энигме купить БКБ. Хотя Мановойд будет бить через БКБ. И уже это будет неприятно. Так, встрял Разор. Не знаю, насколько сильно, но встрял. Встряли также все пацаны из команды Гиги. По крайней мере, Винган точно умрет. То же самое и с Профеткой. Маг тоже в таверну, Вивер бегает в инвизи, Вивер получает центрик, Вивер убегает. Нечем пробить Линкин, нужно было сначала гуся дать. А, гусь был КД, ну ладно. Тем временем антимаг спушил. Ну, размен, так скажем, не в пользу Гиги. Хоть и спушили, хоть и Т2, но я не знаю. Команды Гиги у самих сейчас спушат Т2. Так что у команды королей тоже все в порядке. Вылетела профетка, наверное, сейчас пауза будет. И можно уже готовиться читать новости. А, наверное, подождут, пока она зареспаунится. Нет, не стали ждать сразу же паузу. Ну, понятно, я нужно было прожать паузу. Это даже не обсуждается. Восемь секунд целых в таверне. Ну блин. Ладно, подождем. Я не сильно-то и против подождать. Не знаю, что у пацана случилось. Может, пинга скаканул или что-то такое. Запомнил его ник. Просматриваем пинг. И значит, пинга у него... Нет его ника. Началось. Наверное, потому что он вышел. Сколько тут человек? Да, видимо, не пишется его пинг, потому что он не в игре. Но это, в принципе, очевидно. Все очень даже логично. Пойду посмотрю, как пинг. О, как стрим вообще звучит, а то я с этим пингом уже задолбался. Да, все вроде бы нормально слышно, все по звуку, по балансу звука выглядит очень даже красиво. Пойдем еще какие-нибудь новости посмотрим, что вообще здесь такого крутого и интересного. Ничего интересного. Еще ничего интересного. Здесь тоже ничего интересного. Тоже ничего интересного. Ну ладно. Ничего так ничего. Да, 10 минут прошло, не знаю, будут отжимать, не будут, но я надеюсь, что будут хотя бы адекватно себя вести и не займутся таким грязным делом, как отжатие пауз.
то это будет неприемлемо, так скажем. Я не хочу смотреть на игры, где отжимаются паузы. Все-таки это, мягко говоря, манерно выглядит. Да, команды друг друга начинают потихоньку пооскорблять. Все-таки не хотят терпеть эти паузы. Но я понимаю. Я понимаю. Какие-то они, конечно, не очень пацаны, так скажем. Не лучшая идея отжимать друг другу паузы. Посмотрим, может быть, кто-то уже успел выйти в 1/8, чтобы сражаться против победителя этой пары. Нет, еще никто не успел. Там какие-то непонятные команды играют. Хотя нет, одну из них мы видели. Вторую нет. Ну и ладно, ладно. Вроде бы можно продолжать, вроде бы можно начинать игру. Секунду, еще просят. Ну ладно. Можно и попить. Все равно пока ничего интересного. Все? Нормально? Продолжаем игру. Все вернулись. Все окей. Надеюсь, больше пауз не будет. 28-я минута. Команда Короли 13. Команда какие 9? Команда Королей лидирует уже 2000 голды. И 4 с половой экспы. Ну, не сказал бы я, что это большое преимущество, но оно есть. Оно есть уже много значит. Винга кричит на Энигму. Энигма, конечно, недовольна. Убегает из-под крика. ТБ бегает. Фармит лесок уже у противника. Уже не свой. Своего оказалось мало. Уже у противника фармится. Тайдхантер. Какие-то варды сломали. Этот ХД сломал. Не столь важно. В общем, сломали варды. И теперь все окей. Террорблейд. Подобрал иллюзии. Иллюзии потанкуют на Рошане. Смогут забрать спокойно просто так Рошу. Команда Гиги хотят, конечно же, отжать Рошан, потому что вариантов у них просто нет других. Нужно идти драться в лоб. Вивер кинул сворм. Под свормом никого не спалили. Рошана чуть-чуть побили команду королей. Теперь находят команда Гиги этого Рошана. Винга уже спалилась, то что она здесь пробегает. Террорблейд отправил иллюзии на Вингу. Винга откинула стан по Тайду. Тайд, по-моему, даже не почувствовал. Разор. Разор, по-моему, устрял. Сейчас Мановойд влетит. Мановойд и минус. Разор развели на БКБ. Плюс к этому, то есть уже будет БКБ на секунду меньше. То есть 8-секундное БКБ было 9, теперь 8, все. Очень даже неплохо делают пацаны из Гиги. Ну и команда королей чуть-чуть попались сейчас. Может попасться также. Да, попался также. И бедный ТХД, который умер. Ну и да, это Энигма. Это Энигма, которая решает игру. Минус 4 просто за один замес. ТБ получает свои фраги. ТБ получает уже просто миллион голды. Если мы глянем, то видимо, что 1000 на Творца выросло. Поражали Black Hole, поражали Ravage. Ну, а с другой стороны, Вивер даже таймлапснуться не успел, например. ТБ получает дебаф, конечно. Но это дебаф такой, который ничего не решает. Ну, в эти, сколько там, 12% урона. Ну, фиг с ними. Мека. Ну, это ТБ, по-моему, должен дотанковать, да, или летает, не столь важно. В любом случае, Рошан упадет, ТБ будет с Аегисом. Хорошо. Это, похоже, все-таки первый Рошан. Я не помню, чтобы кто-то был с Аегисом. Нет, вроде бы никого не было еще с Аегисом. Это первый Рошан, первый Аегис для ТБ. То есть ТБ уже чувствует себя поприятнее в этой игре.
Забирает руну. Баунти себе. Мистер Тайтхантер. Чуть больше голды. Все окей, чуть больше XP. Рефрешер будет делать сразу, похоже. Ну, рефрешер. Это, конечно, хорошо, но нужно, чтобы тебе маны на все хватало. Чтобы тебе маны на все хватало, нужно купить себе Шиву. Мой самый любимый артефакт на Тайда. Все, это Шива мне. Ультанула. Профетка, по-моему, минус Энигма будет. Праймери должна быть. Антимаг встрял. Получил себя статик клинком. Теперь у антимага маловато урона. Разор сейчас откатится. Статик клинк может еще раз нажать. Так, прыгнул антимаг на Разора. Не знает, кого бить. Замешкался, отбежал. Получил себе в лицо гуся Йончер Смэш. Конечно, очень неприятно этому антимагу, но... В любом случае, пацаны из команды королей просто своим видом уже прогоняют чуваков из Гиги. Подцепили профетку, профетка встряла серьезно, и она умирает. Разор получает себе очередной фраг. Все за счет плазмофилда. Конечно же, получается очень хороший нюк, он всегда дамажит кучу урона по АОЕ. Один из таких самых крутых нюков в плане АОЕ. Плюс можно контролировать это АОЕ. И Вивер фармит свои леса. Ну что ему еще сделать? Только фармить леса. Ждать, пока антимаг нафармит. Самому фармить себе какие-то такие интересные артефакты, может быть, купить. Криты Тараску, может быть, Дизоль Тараску, что-то такое было бы неплохо в этой игре. И идти танковать за Родину, за свою команду. Можно, не знаю, просто купить МКБ и забить на всех. Бить с ручек. Прибежали иллюзии ТБ. Сразу же умерли эти иллюзии. А вот и Тайтхантер, который купил себе рефреш, дает первый свой ревейдж, и второго, похоже, не будет сейчас. Просто маны нет на рефрешер, вся проблема. Гуся, да, минус. Разор получает свой фраг. Уже с Аганимом разор, что очень даже круто, потому что Аганим дает очень много разору, и... Разор теперь просто самый крутой чувак на карте, может пушить, может делать что хочет, и вообще... Супер универсал. Побежал Террорблейд, дал свой первый, замедлил Вингу достаточно бодро, и... Умирает Винга, Террорблейд еще делает, свап нужно с кем-то сделать, свап, но он не успевает, умирает, нет. Как он живет, он живет ультракилл, что? 50 хп. Я Террорблейд. Меня даже не смогли сбить. Даже Аегис? И что? Ну, как вообще это контрится? Это называется спасибо Этерну Лэнгви, что научил пацанов пикать Террорблейда. 4 байбека. На секундочку. Умирает? Нет. Не умирает. 50 хп. И что же с этими 50 хп делать? Ревейдж. Даю свой Тайтхантер, и теперь нужно давать. Нет, ревейдж номер 2 пока не будет, потому что это не так был ревейдж номер 2 по логике своей. Умирает Террорблейд все-таки как-то хитрым образом. Разор даже со стати клинка не насосал урона. Сразу же манты. Сразу же второй, и Террорблейд пушит. Пушит просто очень бодро. Минус 1 Т3 Тауэр. Антимаг побежал драться. Антимаг с Мидасигом. Абсолютно бесполезным мидасиком. Не знаю, зачем ему вообще здесь нужен был мидас. В итоге минус. ТХД, конечно, оформляет. И, может быть, даже ТБ забреют. Что было бы, мягко говоря, весело. Black Hole. Ну да, достаточно хороший. Минус 1 в любом случае. Даже минус 2 уже от команды Короли. То же самое идет команда ИИ. Умирает. Нет, не Банча. Умирает Винга и Вивер. С другой стороны, Разоры. ТХД, Террорблейд с кем-то свапнулся и побежал вперед. Наверное, с Энигма или каким-то таким пацаном дружелюбным. Ну и теперь Энигма будет стать регениться.
Нужно подождать, пока откатаешься века, нажать меку и влететь, дать очередной black hole, который откатится буквально через 2 минуты. И к этому времени уже можно снова заходить по одной из сторон. Команда королей просто овнят. Вот эта тараска антима, которая не столь пока много дает. Банша себе эту тараску никогда уже не затарит, по-моему, потому что слишком долго она первую фармит. Чтобы думать о второй. Так, ТБ, антимаг встрял. Лол, по-моему, ТБ сейчас убил антимага только за счет того, что сделал иллюзию. То есть иллюзия антимага выжгла ману антимага, в итоге маг антимаг не смог использовать свою магию и в итоге сдох. В итоге все плохо у команды ГГ очередной раз, потому что антимаг, конечно, единственный, кто байбек не делал, но проблема в другом. Проблема в том, что у него денег нет. Это самая частая проблема, которая встречается у тех, кто хочет сделать байбек. Просто нет денег. Ну, и что ты с этим сделаешь? Ничего. Деньги просто так не приходят, пока ты сидишь в таверне. Конечно, можно спушить таверну, чтобы нафармить на этот байбек, который стоит 1300. Нужно спушить как минимум 2 таура, а ГГ одного-то не снесут. С таким вообще потенциалом на пуш и на драку. Главное правильный барак бить. А то этот барак стоит, ждет своей участи, но в любом случае набили лицо только милишному, который уже отрегенился больше, чем наполовину. Профетка задувает, а иллюзии вообще на нее ложили. Они хилятся, у них все окей. Умирает, конечно, одна из иллюзий, у которой нет урок. У нормального есть рога. У нормального все нормально. На то он и нормальный, да? Как-то не было бы очевидно. Нормально, кстати, набивает тупо с иллюзии. Половину хп сбрил профетки. Она, по-моему, даже не заметила, что с ней случилось. Просто половина хп минус, и непонятно, что здесь делать. Ты бы еще одну иллюзию послал вперед. Ну, этот ТБ. Он, конечно, очень лютый чувак. Просто он минут 3 стоит и посылает рейд-кликом на Тауэр Иллюзии. Вот как откатился Black Hole, это можно уже считать, что он 2 минуты тупо рейд-кликом отправлял иллюзии. Потому что последний раз, когда мы смотрели Black Hole и Terror Blade отправлял иллюзии, то кулдаун был 140 секунд. Я это помню, запомнил хитрым образом. Сейчас можно отправить иллюзии, например, да? Да или нет? Да или нет? Да, наверное, можно даже самому зайти нажать метаморфозы, прожать, наверное, манта стайл и минус барак номер 2. Антимаг летел, что пытается сделать ревейдж. Ревейдж номер 2. Антимаг, конечно, дал свой ультимейт, но в итоге антимаг ничего не смог сделать. Блэк холл минусанули какую-то вингу бесполезную в замесе, в итоге, может быть, умрет. Нет, выжил как-то хитрым образом тайт. ТБ уже идет убивать. Ну да, здесь как-то без вариантов для команды ГГ, потому что Террорблейд идет, убивает ряд кликом. Что-то как-то побольше клал надежд на команду Сэмми уровня, но как-то ГГ не очень отыграли, особенно против Террорблейда, который стоит и ряд кликом ломает бараки. Причем он соло стоит. Никто ему не помогает, он единственный, кто понимает, что нужно делать в игре. Идет и тупо пушит. Что еще можно ему сказать? Тупо молодец. Просто красавчик. Вифер даже сделать этим иллюзиям ничего не смог. Тупо миссы пролетают половина. И учитывая, что здесь 41 армора, это, напомню вам, 70% резиста, то это конец. Посмотрим, как... Нет. Заомнил себе этого коршуна. Я думал, будет бить коршуна. Мне интересно, насколько быстро вообще разбивали бы эти крипы Терраблейду лицо, но Терраблейд хилится, поэтому в любом случае будет много хп иметь. Оставил здесь этого птеродактиля, который тоже регенится, кстати. Но сам пошел дальше фармить ТБ. Не знаю, чего он несет себе. А, это Тараска. А, нет, это Сатаник.
Все окей. Сатаником Терроблейд просто не убиваем. Потому что столько хила, столько всего неприятного, плюс Рошан номер два, которого забирают себе, конечно же, пацаны из команды королей. ТБ заберет Аегис и будет счастливым ТБ, который будет с Аегисом. Аегис опять-таки, да? Терроблейд просто идет убивать. Готов ко всему. Вивер ничего не может противопоставить, потому что у Вивера можно посмотреть на его закупы поржать. Понетворс он проигрывает Энигме уже почти в два раза. Скоро будет проигрывать Разору. Проигрывает почти в два раза, но антимаг не в счет. Антимаг сейчас и в три раза будет обгонять своего тиммейта. А ТБ уже в три раза, может быть, в четыре будет обгонять. Так, ТБ пошел убивать свой Аегис, как-то он рановато разменялся, так скажем, но антимаг просто потратил свой ульт, а антимаг пошел бить. Ревейдж. Номер два ревейдж только через пару секунд. Номер два ревейдж, Шайленс очередной, Блэк Холл. А, да, это уже, по-моему, конец для команды Ги. Просто не чувствует таких пацанов ТБ. Бьет райт-кликом. И падает трон. Падает трон. Ничего не могут сделать пацаны из команды ГГ. Умирает Вивер, умирает Профетка и... И Террорблейд даже под... Его фонтан-то пробивает еле-еле. Смотри, стоит под фонтаном. Иллюзия и, блин, живет. Что это иллюзия, еще можно сказать. Побежал под... Под трон. Здравствуйте, я под троном. Я хилюсь быстрее, чем убиваюсь об трон. Вот это да. Вот это просто герой. Учитывая, что у него всего одна баттерфляй. Ладно, что еще можно сказать про эту игру? Конечно, команда Короли молодцы, команда Гиги постарались. Спасибо всем, кто смотрел. Увидимся на следующих стримах. И я хочу вас всех поблагодарить. Напомню, что есть у меня группа ВКонтакте, в которой сейчас проходит розыгрыш сета на Crystal Maiden. Надеюсь, что хоть кто-нибудь заинтересован. Всем еще раз спасибо. Пока-пока.